они, чтобы имели возможность посмотреть. Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами заключительная лекция в этом сезоне. Этот сезон научного клуба, студенческого научного общества факультета почвоведения МГУ отработал, мне кажется, на славу. Весь коллектив, который организовывал данное мероприятие, они большие молодцы. Елизавета Деревенец, Наташа Коршунова и другие студенты, которые помогали в организации данного проекта. И сегодня мы с вами послушаем такую заключительную лекцию, мне кажется, которая будет предварять такой летний период. Сначала немножечко, конечно, сессия нам подпортит настроение, но впереди действительно такие, видите, пейзажи, которые нам наш докладчик уже представил в заставке своего доклада, будет таким путеводителем в новое, интересное и неизведанное. В сентябре, я надеюсь, мы с вами продолжим работу в рамках нашего научного клуба. И сейчас давайте начинать. Дмитрий Черняховский очень интересный человек, является выпускником нашего факультета. Он организатор не очень интересного проекта в джунгли с географом. Я надеюсь, что он немножечко расскажет про него и расскажет также про тему лекции, которая сегодня заявлена, биогеография тропических островов. Мы надеемся, что сегодняшняя лекция будет только началом такой интересной истории. И, Дмитрий, позвольте передать вам слово. Спасибо, Елена. Здравствуйте. О, Татьяна появилась. Да, привет, привет. Меня зовут Дмитрий Черняховский. Мы сегодня будем говорить на очень романтическую тему «География тропических островов». Какие они бывают, какие факторы их формируют и, ну, собственно, характерных биомах. Да? Ну, поговорим также об интересных аспектах эволюции, обязательно об островной теории, никуда теперь ее не обойти, об ее ограничениях. Ну и немного о будущем тропических островов. Тема необъятная, поэтому заранее извиняюсь, из положенных 2 часа, мне сказано было, на все про все. Ну, примерно 1:20, вот так по расчету, я займу на сам доклад. И, ну, к сожалению, про наш проект «Джунгли с географом», конечно, времени уже не остается рассказывать, да и не надо особенно. Обычный коммерческий проект, образовательный, но с целью получения прибыли. Вот и все, что я могу про него сказать, туристически. Итак, начнем, да? Да, да, начинайте. Значит, ну, традиционно я начинаю всегда с того, что такое тропики. Сейчас я секундочку скрою, попробую скрыть вот это вот. Все равно что-то сверху. Ладно. Мы постоянно встречаем эти выражения «тропики», «тропические» и в обиходе, и в научной литературе. Но в то же самое время надо понимать, да, что, как правило, речь идет вовсе не о параллелях 23 градуса, и не о природно-географических поясах своеобразных, и даже не о той местности, которая лежит к северу и к югу от экватора, между которыми и в которой, собственно, между этими параллелями 23 градуса ходит Солнце туда-сюда. Чаще всего мы говорим про тропики как про синоним слова «жаркие страны». То есть это территории по обе стороны экватора,
ограничено годовыми изотермами плюс 20. Но есть еще одно дополнение. Один из наиболее значимых биомов тропических островов – это мангровы. И вот мангровы могут существовать только в отсутствии заморозков в пределах зимней изотермы плюс 20. Поэтому, возможно, именно этот показатель должен служить синонимом вот этого самого расхожего понятия «тропический» применительно к биогеографии. Таким образом, мы за основу возьмем климатические критерии и будем называть тропиками все территории, лежащие в пределах жаркого теплового пояса, а точнее зимний изотерм плюс 20. Это явно, как вы понимаете, уже астрономического определения. Сюда входят экваториальный пояс, два субэкваториальных и большая часть тропических поясов, но не все. На всякий случай напомню, что границы биогеографических царств существенно отличаются от астрономических и климатических тропиков. Я очень рад присутствию Татьяны Ковалевой на этом заседании, поскольку она настоящий географ здесь, а не поддельный. Бывший. Ну, кстати, Татьяну я буду цитировать здесь, так что как бы... Итак, поскольку тропические острова, как мы что обсудили, расположены в нескольких природно-климатических зонах, то и облик их биомов может быть кардинально различным. Вот слева картиночка племя Корвай, их дом на дереве Каим в болотистой гилее экваториального пояса. Вечно зеленом дождевом лесу южного Папуа. А справа пальмовая саванна острова Ринча с пальмой Лантар, Борасос флабелитер, на Коморском архипелаге, это Малые Зонские острова. А внизу справа термитник, разрытый бандикутом, сумчатым барсуком, в листопадном мусорном лесу юга Папуа из миртовых деревьев Мелалюка и Евкалипта. Да? Также здесь есть знаменитая банкси из протеина, волочайное дерево тунг рода алиуритов, алиуритосы, много-много всяких других замечательных деревьев австралийского флористического царства, про которые, конечно, можно рассказывать долго, но, увы, времени на это нет. А чем важны тропические острова для человека? Не только курортами и пляжами, как мы с вами привыкли думать. Вообще-то территория проживания не менее полумиллиарда человек. Среди тропических островных государств крупнейшее мусульманское государство в мире – Индонезия с населением 271 миллион человек, а также Шри-Ланка – самый высокий среди крупных островных государств плотностью населения в мире. Суммарная площадь крупнейших тропических островных государств примерно равна площади Индия. Это, между прочим, седьмое место в мире. Вот список самых крупных тропических островов. Более 15 тысяч квадратных километров. А сюда входит, между прочим, второй по величине остров мира, Новая Гвинея. А три самых крупных тропических острова мира принадлежат трем разным флористическим областям. Соответственно, австралийскому, областям. Австралийскому, Новой Гвинее, Индомалайскому и Мадагаскарскому. Я прошу извинить за некоторые школьные пояснения, но не все в курсе. Обратите внимание, что в списке островов нет названия Папуа Новая Гвинея. А есть остров Новая Гвинея. Остров Борнео разделен между Малайзией и Индонезией. Тимор разделен между Индонезией и Восточным Тимором. Этот список дает нам возможность обратить внимание на самую разнообразную природу происхождения крупнейших тропических островов. Это островные вулканические дуги, как Зонские острова. А это вулканы мантийных плюмов, как Гавайи. Части континентальных плит, как Мадагаскар. Субплатформенные известняковые острова, как Куба. А также множество меланжевых серпентинитовых архипелагов и их главных островов, как, например, Сулавеси или Кьера.
Среди крупных тропических островов есть даже такой экзот, как остров Маражо. Остров в дельте Амазонки, близкий по площади к Нидерландам. А в список также вошел и крупнейший речной остров мира – Баданал на реке Арагуая. Это один из верхних притоков реки Пара, который впадает вот в Атлантический океан, параллельно Амазонке, как раз вот в районе острова Маражо, недалеко. Общая их площадь всех тропических островов около 3,6 миллиона квадратных километров. Много это или мало? Да, обратил внимание на то, что это не сплошные массивы суши, а острова. И значит, у них очень высоко отношение длины береговой линии к площади. Я не проводил подсчеты, да это и не нужно, важен сам факт. Почему это важно? Прежде всего, для понимания того, что свои глобальные экологические функции тропические острова выполняют не только и не столько за счет своей площади, в отличие, скажем, от материковых массивов, дождевых лесов, а прежде всего за счет окаймляющих их мангров и коралловых рифов. Понятно, что огромные территории островов Новой Гвинеи, Борнео и Суматра продолжают оставаться хранителями, несмотря на все попытки человечества их уничтожить. Но зато маленькие островки, теряя свое значение в качестве хранителей биоразнообразия, продолжают выполнять свою роль прибрежных экосистем. Вот в статье из Science за 2017 год, озаглавленной «Островная биогеография. Перспективный взгляд на природные лаборатории», которую я еще буду цитировать в этом докладе, приводят следующие данные. На острова, занимающие всего 3,5% территории суши, приходится до 20% наземных видов и 27% человеческих языков. Однако в этой фразе есть экологическое лукавство, ведь основной вклад в биоразнообразие, да, 20% наземных видов, вносят все-таки крупные, а не мелкие острова. Вот здесь, наверное, стоит остановиться и пояснить это подробнее. Боюсь показаться банальным, но не все знают, факт снижения числа видов с уменьшением площади острова все же следует упомянуть. Действительно, маленькие тропические островки – это довольно однообразная вещь. Часто они представляют собой просто дневки колонии какого-нибудь одного вида животных, например, крыланов. Вот здесь на картинке колония пальмовых крыланов на маленьком островке на озере Киеву в Ирландии. Важно, что маленькие острова являются промежуточным пунктом при заселении другого острова. Для этого существует даже термин специальной каменной ступеньки. Вот что особенно важно и выходит за рамки обычного понимания. Заселение островов происходит постоянно, быстро и успешно. Мы не в состоянии это, честно говоря, понять, потому что, ну, я еще буду к этому возвращаться, факту. Итак, заселение. На фото один из островов Коморского архипелага залива Уоллиса, какой не помню. Здесь хорошо виден разгуливающий вдоль узкой полосы мангров тиморский олень, которого там изначально быть не должно. Это Нотогея, австралийское зоогеографическое царство. Интересно, что сюда интродуцировали не только самого оленя, но и его название – тиморский, поскольку сам олень изначально с Явы. Высокая скорость и легкость заселения представляют собой очень серьезную опасность для островных экосистем. Так, число интродуцированных видов на Галапагосах составляет уже половину всей флоры. Реальные темпы заселения тропических островов были оценены уже в 19 веке после взрыва одного из вулканов островных дуг Кракатау на западе Зонского пролива. В августе 1883 года произошло знаменитое извержение с выбросом 16 кубокилометров пирокластики, рождением в течение последующих 100 лет новых 4 островов, один из которых Анак Кракатау 3 года назад уже убил около 500 человек в результате подводного оползня и цунами. В результате того знаменитого извержения 1883 года были просто катастрофичными. По
Погибли десятки тысяч человек на Суматре и на Яве. Взрыв был такой силы, что даже на расстоянии 150 километров ударная волна вышибала дверь, валила деревья. Столб пепла был просто космических масштабов на высоту 70 километров. Так что будьте уверены, вся местность вокруг после таких извержений попросту стерилизуется. Но уже через год, в 1884 году, там появляются первые живые существа. И это, конечно, кто, как вы думаете, исследователи, конечно. Они обнаруживают на острове Ракота паука. И в этом же году отмечают появление злаков. И ботаник Троит через три года после извержения в июне 1886 года описывает на побережье уже 9 видов, самых обычных для тропических побережий, цветковых растений. Во внутренних частях острова было обнаружено обилие папоротников, 11 видов, а поверхность была покрыта слизью из нескольких видов сине-зеленых водорослей. Тот же Троит в 1997 году, то есть через 14 лет всего лишь после извержения, описывает появление уже сомкнутых сообществ, в том числе древесных. Находки на этой как раз самые обычные такие вот растения тропических побережья, экваториального полюса, это Барингтония азиатика из лицитисовых и азиатику из аморилисовых. И вот такой волосатый плод Цербера из Кутровых. Здесь массово встречаются и панданус, и Хельтьера литералис с очень декоративными плодами. Смотрите, вот у меня есть, кажется, такой странный плод. И, конечно же, кокосовая пальма. Вымирание происходит с не меньшими темпами, чем заселение, но оценить его сложнее. Однако в ретроспективе за 500 лет видно, что на островах вымирание идет заметно сильнее. Во всем таксонам. Так вот, в 60-х годах американские биологи МакАртур и Уилсон создали свою знаменитую островную теорию. Модель равновесия между вымиранием и заселением. Эта теория лежит теперь в основе островной биогеографии в целом. Элегантность теории островной биогеографии вытекает из ее простоты. Разнообразие видов в сообществе является результатом динамического равновесия между процессами заселения, immigration, и вымирания, extinction, на которое влияет как площадь территории, в которой находится местное сообщество, так и его связи с материком или, соответственно, крупным островом. Эта теория отвечает на главный вопрос, почему на каждом из островов, входящих в состав архипелага, обитает меньше видов, чем на равной по площади территории на материке в тех же местах обитания. Ответ вот какой. А потому что здесь действуют другие законы. В условиях сокращенного биоразнообразия на первое место выходит динамика заселения и вымирания. И как эти процессы, разумеется, тоже идут, но численность видов в более статической системе материкового тропического биома в большей степени определяют внутренние факторы конкуренции и, естественно, колебания численности. Еще раз подчеркну, что по отношению к крупным островам это работает существенно в меньшей степени, а не ближе к материкам. Большие острова, конечно же, такие как Новая Гвинея, но по площади мало чем отличается от материка, от того же Австралии. Здесь более низкий темп вымирания. Число видов больше, чем на островах, меньше площади, однозначно. Это очень хорошо видно, если сравнивать именно крупные острова, поскольку их удаленность от материка уже не играет столь важной роли, как в случае маленьких островов, который целиком зависит от близости к материку. Здесь мы вообще в этом списке нет маленьких островов. Вот
этот самый график, который хорошо демонстрирует, что на маленьком острове количество видов меньше, чем на большом. Сейчас мы еще раз поговорим об этом. Как раз тот самый случай. Эти простые рисунки демонстрируют высокую скорость заселения островов, подобных Кракатау, которые находятся рядом с условными материками, большими островами Суматра и Ява. В отличие от более далекого острова Сумбава, с вулканом Тамбора, взрыв которого в 1815 году привел к вулканической зиме, и унес жизни более 72 тысяч человек, и был признан самым катастрофичным в истории человечества. Но вот что интересно, учитывая даже, что остров Кракатау крошечный, 150 раз меньше острова Сумбава, казалось бы, темпы вымирания на нем должны быть существенно выше, и число видов меньше, чем на Сумбаве, да? Смотрим. А все равно число видов на Кракатау и на Сумбаве будет сравнимо. Просто почему? Просто потому, что маленький Кракатау находится рядом с большими Зонскими. И он, по сути, является частью просто этих гигантских островов. Скорость вымирания, к сожалению, выше и в рефугиумах, которыми являются, например, отдельные глубокие ущелья в массиве Рувензори на границе Уганды, Руанды и Конго, где пока еще обитают горные гориллы. Осталось им, похоже, недолго, поскольку там активно сейчас действует бандитская конголезская группировка Мау-Мау, члены которой регулярно убивают рейнджеров нацпарка, которые остаются последней защитой для горных горилл. За прошлый год и уже в этом году, в 2021, на фоне всеобщего обнищания приграничных территорий из-за ковидных ограничений и изоляции этих стран, было убито 15 рейнджеров национального парка Вирунга. Я специально заговорил о Центральной Африке, расположенной далеко от океана. Понятно, что острова – это не только участки суши, ограниченные водой. Островами могут быть и участки воды, ограниченные сушей, и пещеры, и подводные горы, и участки леса, и горы-острова, которые принято называть небесными островами. Здесь действуют те же законы заселения и вымирания, которые действуют и для обычных островов. На фото озера Келимутум на острове Флорес, Малозонские, одно озеро насыщено оксидом железа, два других медью и мышьяком. Кстати говоря, такие островные биомы можно описывать только при помощи микроскопа, поскольку отличаются они лишь составом микробных биомов. А другой пример – отдельно стоящие горы Восточной Африки, такие как Кения, Килиманджаро, Меру, Алдонию. Так же, как и обычные острова, их экосистемы обладают ярчайшим эндемизмом. На картинке снизу покрытая снегом Килиманджаро в дождливом феврале прошлого года. Аномально влажным для Африки. Хотя этот гигантский снежный массив на экваторе выглядит как географический нонсенс, но убеждает нас в обратном такой продукт эволюции, как Синеция Килиманджарская, на картинке сверху, приспособленная для жизни при отрицательных температурах. Так вот, раз уж мы заговорили о растениях, то, что именно растительность, как сочетание деталей во всей полноте, является главным маркером ландшафта, было, думаю, известно еще палеолитическому охотнику. Но вот так ясно и романтично эту мысль сформулировал Чарльз Дарвин. Прошу извинить за длинную цитату, но она того стоит. Прочтите, пожалуйста, пока я переведу дух. Да, действительно, мы смотрим на ландшафт глазами охотника-собирателя, оценивая, какие растения здесь растут и сколько их.
Да, Татьяна Ковалева? Да, Татьяна, да, Татьяна Захарова? Это точно, да. Вопрос, почему мы оценивали именно растения, а не беспозвоночных, которые для нас были очень важны. А потому что биомасса на Земле на 99,3% состоит из зеленых растений. Мы в первую очередь видим растения, а уже потом судим, чем здесь стоит поживиться. Поэтому для натуралиста очень важно не пренебрегать ботаникой. Именно по той причине, что растительность является для нас некой моделью ландшафта, а человек, к сожалению, мыслит именно моделями. Для классификации крупномасштабных экосистем, биомов, была выбрана система растительности. Это не единая система, но некий общий подход. Но мне лично он очень нравится, в силу вышеизложенных причин. Сразу оговорюсь, не надо все принимать как догму. Только что я приводил пример озер Келимуту, среди которых может быть лишь микробное сообщество. Не буду тратить время на описание широко принятой нынче системы международной классификации растительности, IVC. Напомню только, что эта система использует восьмиуровневую систему иерархию национальной классификации растительности США и включает три верхних информационных уровня, основанных на критериях макроклимата и характера увлажнения, три средних, основанных на региональных мезоклиматических различиях, а также на особенностях почвообразующих пород и гидрологического режима. Почвоведы, заметьте, мы обычно на втором уровне. Сейчас объясню, почему это очень неправильно. И два нижних флористических уровня, учитывающих локальные условия. Этот подход подробно разжеван в труде журнала «Фитоценология» за декабрь 2017 года. Вот он, вот эта ссылочка. Я надеюсь, она работать будет, и желающие могут воспользоваться ею. Значит, этот номер был посвящен биомам обеих Америк. Он издан некоммерческой природоохранной организацией NatureServe в США, вот там еще раз, под редакцией Фабера с авторами. И там же дается и характеристика отличия от национальных систем США и Канады. Очень рекомендую присмотреться к ней, скачать и, так сказать, ее понимать не присмотреть. Существует также энциклопедия биомов. Свежее издание 2020 года под редакцией Михаила Голдштейна из службы леса США. В этой же энциклопедии есть и отдельная глава, посвященная островам и атоллам. Однако доступ к этой публикации платный. Резюме скудное. После некоторых размышлений я решил, что пользоваться такими источниками не имею. У меня нынешние заработки. А на всякий случай, вот, значит, я сделал такую штуку. Просто чтобы уже не возвращаться к этой теме. К биомам, классификации и так далее. Тема занудная, сложная, я не специалист. Просто привести положение в этой системе вот этого болота, кишащего крокодилами на западе Кубы, где я когда-то заблудился. Сам Бог велел мне его классифицировать. Значит, что нам надо... Вернемся вот к этому второму уровню. Часто именно геологическое происхождение, в том числе возраст и почвообразующие породы, а вовсе не климат, определяют фундаментальные различия в биоразнообразии национальных особенностей биоты тропических островов. К сожалению, уровень знаний на эту тему продолжает оставаться совершенно на песчаном уровне, о чем может свидетельствовать, ну, я имею в виду широких знаний, свидетельствует почти лишенная смысла картинка из той же самой статьи 2017 года в уважаемом журнале Science. Здесь мы видим лишь констатацию динамики биоразнообразия на вулканических островах. Вот они все сведены в один график.
зависимости от возраста и происхождения. Меня порадовало, тем не менее, само упоминание того, что популяризаторы, коим является журнал Science, уже стали обращать внимание на различия в типах вулканизма. В частности, отделять вулканизм горячих точек, hotspot от вулканизма plate margin, краевых дуг. Вот в то же самое время в трудах Национальной академии наук США встретилась мне красивая работа, демонстрирующая схему возникновения колонизации вулканического острова, типа hotspot, горячих точек. Я напомню, что классические примеры – это Гавайи и Галапагосы. Как известно, эффект возникновения новых видов от общего предка на молодых вулканических островах Галапагосского архипелага отметил еще Дарвин. И именно это наблюдение подтолкнуло его к созданию эволюционной теории. Вот здесь простая как раз модель развития с кладогенезом, совпадающим с межостровной миграцией. Каждый остров дает вот такую радиацию. Да? А ниже сложная прогрессия, отражающая обратную миграцию. Вулканизм совершенно другого типа островных дуг связан с субдукцией океанической плиты под другую плиту. Над зоной субдукции возникают цепочки вулканических островов. Сами острова часто состоят из причлененных частей, как здесь показано, других островов, как пазлы. Почва этих островов, подчеркиваю, только в зоне вулканической деятельности, чрезвычайно плодородная, продуктивность ландшафтов велика по сравнению, например, с коралловыми островами. Коралловые острова часто венчают вулканические острова, как горячих точек, так и вулканических дуг, а также могут быть частью барьерного рифа. Само существование этих островов зависит от температуры, поскольку, напомню, известняк растворяется в холодной воде. Значит, известковые скелеты можно строить только в теплых морях. В целом они чувствуют себя лучше в экваториальном климате, чем на широте географических тропиков, как мы видим на этом рисунке. В этом состоит, кстати, и роль коралловых островов в глобальном климатическом гомеостазе. Про это тоже стоит помнить. При понижении температуры часть известняка растворяется, согревая атмосферу за счет парникового эффекта. Коралловые острова, древние коралловые острова часто формируют современные ландшафты материков и больших островов. Это могут быть и недавние известняковые постройки, сформированные в плестоцене, как на западе Кубы. Мерценовые коралловые пляжи моря Тетис в Малой Азии. Вот только что сделал этот снимок чудесный. Это пляж. Тетис. Известняки юрского периода, моготы, мы их наблюдаем в кубинской провинции Пинар-дель-Рио. И даже пермского возраста метаморфизированные известняки и песчаники, как повсеместно в Юго-Восточной Азии. Важнейший фактор продуктивности тропических островов – аквеллинг, насыщенных кислородом холодных вод. Поскольку аквеллинг понижает температуру прибрежной воды, а рифы очень сильно зависят от температуры, то биоразнообразие коралловых рифов можно считать функцией не только динамического равновесия между заселением и вымиранием, как нас это учат МакАртур и Уилсон, но и разновесие между аквеллингом и температурой. Равновесие, возникающее путем перемешивания приходящего с глубины вод с прогретыми водами литерали, происходит благодаря приливам и отливам, которые максимально в полнолуние и новолуние, так называемые сизигийные фазы. На всякий случай отвечу на возможный вопрос, который меня когда-то мучил. Почему приливы и отливы возникают на обеих сторонах Земли? Ведь Луна притягивает их. Только с одной стороны, да, если мы будем рассматривать статичную картину полей Земли и Луны, то
водная оболочка Земли просто сдвинется в сторону Луны, и не будет двух горбов. А эти два горба появятся, если учитывать вращение Земли и Луны вокруг центра. Приливно-отливной зоны, супракидальной зоны и супралитераль находятся на очень, видите, высоком уровне прилива, по сути, это пляж. Самые распространенные представители этой зоны, которых вы встретите на любом природном пляже, брюхоногие моллюски литарина, вот они тут нарисованы, с мощнейшей раковиной. Морские блюдечки акмея. Что ж такое, не вижу. Ага, вот они. А также лигия. Ну, это очень крошечные твари. Едва видимые глазу матрицы. Их еще называют каменные вши. Чуть ниже, в зоне средних приливов, собственно, литераль, находится, она узнается по совершенно удивительным панцирным моллюскам. Хитон, который на моллюсках вовсе не похож. Куча разных съедобных моллюсков. А также любимому объекту Дарвина, усоногим рачкам, который обладает потрясающими способностями к паразитизму. Рачком сакулина, паразитом крабов, поражены целые побережья. Процесс напоминает фильм ужасов. Этот рачок выпускает корнеобразные выросты, которые заполняют все тело краба, даже глазные стебельки. При этом жертва продолжает жить и питаться, как ни в чем не бывало. Ну а дальше сакулина заставляет краба обменять пол и вынашивает вместо своего потомства сумку с паразитами. Но для этих рачков также характерен и сексуальный паразитизм. У некоторых усоногих самцы вообще отмирают, за исключением производящих сперму клеток. Чарльз Дарвин восхищался усоногими рачками и их сексуальным паразитизмом. И в письме к своему учителю, геологу Лаелю, описывал свой любимый объект следующим образом. Два кармашка, в каждом из которых она хранит по маленькому муженьку. Причина такого широкого распространения паразитизма на литерале и в манграх не совсем ясна, но, скорее всего, она связана с избытком пищевых ресурсов. Ниже, в сублитеральной зоне, которая уже редко обнажается отливом, мы встречаем мир фильтраторов, иглокожих, афиур, морских звезд, ежей, галатурий, анемоны, губки и, наконец, кораллы. Здесь же в изобилии произрастают зеленые водоросли, поскольку сюда проникает все еще солнечный свет. К сожалению, коралловым островам недолго осталось. Прогнозируется почти полная деградация рифов в ближайшие годы. Как обычно, природоохранные меры действуют только для участков, которые располагаются на территории хоть сколько-нибудь правовых государств. Вот эти 50 крупных участков коралловых рифов, от 500 квадратных километров, они подпадают под особые природоохранные меры в так называемый глобальный портфель проектов по сохранению коралловых рифов. Обращаем внимание, что из них наибольшим биоразнообразием обладают точки кораллового треугольника. Восточная вершина – это самый запад Новой Гвинеи, архипелаг Раджа-Ампат и море Сирам. С юго-запада он ограничивается Малукскими островами. Вот тут лучше видно. А с севера морем Сулу. На территории Индонезии. И именно это крупнейшее в мире островное государство сейчас ответственно за сохранение природы рифов, пожалуй, в наибольшей степени. Однако, кроме кораллов, бывают и другие острова биогенного происхождения. Прежде всего, мангровы. Мангры представляет собой невысокий лес, растущий в приливно-отливной зоне мелководье тропических морей. Условия жизни здесь, казалось бы, почти космические. Трудно представить себе более широкий диапазон действия внешних факторов. Два раза в сутки этот лес затапливается соленой водой.
Дважды в сутки он осушается, полностью или частично. Осушение мангры оказывается уже в воде гораздо более опресненной из-за стока с материка. Ситуация усугубляется тем, что илистое вещество мангров, насыщенное органикой, оглиняно уже на глубине нескольких сантиметров. Таким образом, мангры живут и на воздухе, и под водой, и при разной солености воды, и в разной окислительно-восстановительной обстановке. В этих специфических условиях способны жить только те растения, которые имеют особые весьма сложные приспособления, например, пневматофоры, дыхательные, одновременно ходульные корни со сложной системой воздушных камер и особым механизмом регуляции астматического давления. Плоды эризофора, наиболее распространенного растения мангров, устроены так, чтобы сразу воткнуться в илу. Смоет отливом в море. Хотя также вивипария, произрастание семени, вот здесь очень хорошо видно, прямо на дереве, это эризофора мукроната, у него очень крупные плоды. Тоже приспособление к жизни в приливно-отливной зоне. Но вот что для нас важно. Благодаря интенсивному тропическому выветриванию, поверхностным и русловым стокам в море, с водоразделов выносится масса гумусного глинистого материала. И окормляющий берег мангры получает обильное питание. Надо отметить, что представители этого семейства мы видели в пойме реки Напо с Татьяной Ковалевой и с Татьяной Захаровой одного из истоков Амазонки на расстоянии почти 3000 километров от океана. То есть мангровая растительность развивается и вне литерали, даже в поймах рек вдали от океана. Но обязательно там, где существует постоянный приток элементов питания с водоразделов. Благодаря узкой специализации на переработку тонкодисперсной органики, да еще и часто в условиях солености, в манграх наблюдается сокращенный видовой состав. И конкуренция идет уже не за пищу, а за место обитания и за самок. Здесь представлен список биомов, пользуясь случаем, да, нам же надо это сделать, характерных для больших экваториальных островов. Среди них и мангры, как видите, на последнем месте по числу деревьев на полгектара. Всего 14 видов. Суматра. А на водораздельном низинном лесу, на плодородных почвах 80 видов деревьев. Толстых. Толще 15 сантиметров. Одно из самых замечательных свойств мангров – это сокращение биоразнообразия по сравнению с более высоко расположенными местами обитания. Надо сказать, что число видов на водоразделах может достигать нескольких сот. Число видов. В то же самое время в самых богатых манграх мира, в Новой Гвинее, всего только 43 вида мангровых растений. И это совокупное число. Обычно в манграх вы встретите 5-10 видов, не больше. Сведены вместе некоторые данные по манграм Шри-Ланка, Новой Гвинеи и Суматры. Видно, что разнообразие мангров падает при приближении к устью лимана, увеличение солености. Так. Но многократно возрастает биомасса прикрепленной фауны. Таким образом, по моему мнению, традиционный акцент на тяжелые внешние условия, периодически затопляемых или солоноводных ландшафтов, является ошибочным. И основан этот акцент на наших антропоморфных иллюзиях. Да, это очень частый случай, к сожалению, до сих пор в экологии и подобных науках о Земле. Думаю, что одна из основных, если не основная причина низкого видового биоразнообразия мангров – это избыток ресурсов. В условиях изобилия пищи на периодически заливаемые илистые отмели, где эта пища находится, именно место становится дефицитным. За него приходится бороться. Кроме в прямом смысле завоевания
место под солнцем в условиях однородного избыточного ресурса остро встает проблема конкуренции за самок. Вот, например, илистые прыгуны, как соревнуюсь, кто выше подпрыгнет. Ресурсное сообщество мангров живет простой жизнью. Те, кто решил квартирный вопрос, заняты исключительно тем, чтобы поразить самку своей красотой и мощью. Для этого не обязательно прыгать. Можно отрастить гандикапы типа больших клешней, мангровых манящих травов рода лука или больших носов, как у самцов прогоскисов, живущих в речных мангров северо-восточного Борнео. Ну, вариантов много. Но мангры – это не только забавный пример ресурсного сообщества, но и, возможно, лаборатория для производства особых пор выветривания. Человеков наверняка представляет интерес загадочные красные почвы, широко распространенные на известняковых субстратах тропических побережий. Одно время их все относили к Терра Росса, результатом было выкорсовывание известняков, однако уже к 60-м годам установилось мнение об их полигенетичности. Причем стало ясно, что наиболее распространена так называемая формация Вильероха, имеющая, по-видимому, морское происхождение. При этом, к сожалению, никто из исследователей не обращал внимания на почти обязательную мангровую стадию при затоплении субстратов в результате экстатических колебаний моря. А ведь именно мангровая стадия, присущая всем тропическим побережьям, могла сформировать тяжелые охры и железистые конкреции, характерные для этой формации, даже в отсутствии подходящего материала типа ультрабазитов. А вот, скорее всего, аналогичная по происхождению формация, но уже на поверхности серпентинит ультрабазитовой морской террасы. К западу от горы Циклоп, в районе Джаяпуры, столица провинции Папуа, на севере острова Новая Гвинея. Этот природный ландшафт, находящийся в труднодоступном месте, без какого-либо антропогенного вмешательства, он демонстрирует яркие олиготрофные черты, вероятно, из-за высокого содержания полуторных окислов, продуктов абразии ультраосновных пород и конкурентного выветривания слагающих эти породы минералов в условиях древних мангров. Думаю, что в этих почвах мы бы обнаружили, я не делал анализ, просто ничтожное содержание обменных кислот. Не более готов просто держать пари, что не более, скажем, 3 миллиграмм эквивалент на 100 грамм, так? Очень низкую емкость поглощения. Скорее всего, порядка там, я не знаю, 10-20. Здесь растет всего лишь несколько видов преимущественно мирамикофильных растений. Основу сообщества составляет вполне австралийская филодийная акация, возможно, привлекающая муравьев пищевыми тельцами и экстрафлоральными нектарниками. Это вопрос ботаника. Я, честно говоря, в вопросе не разобрался, но мне кажется, это говорил нам Татьяна, когда мы путешествовали Павлов, Царство Небесное. Неужели? Да. В ноябре прошлого года. Очень часто в таких олиготрофных сообществах можно встретить и растения-хищники, непентасы. Здесь нередко встречается также домик для муравьев, дермикоти из мареновых. Вот они. И невысокое деревце из уже знакомого нам рода барингтония. Из листьев барингтонии муравьи портные Экофила смарагдина свивают все гнезда, причем используют для этого в качестве источника шелка, то есть катушек с нитками, собственных личинок. Мы помним, что на побережье при этом растет его мангровый брат, барингтония азиатика, китайский фонарик. Так что налицо аллопатрическое видообразование с возникновением разных географических условий из-за возникновения морской террасы со временем, определенное от прибрежного вида географическим барьером, склоном, поросшим елей. Но кроме обычного,
вполне для островов аллопатрического вида образования, при котором новые виды образуются в результате пространственного разделения и изоляции, мы можем наблюдать и более интересные случаи, связанные с возникновением общего ареала у двух уже разделенных видов. Это, по-видимому, происходит очень часто именно на больших островах, которые представляют собой результат миграции и причленения островных дуг. Мне представляется, что таким примером могут быть кубинские моллюски рода полимита, ярко окрашенные наземные улитки, окраска которых строго приурочена каждому небольшому участку местности. Здесь я не удержался и процитировал пару фраз о полимитах из чудесной старой книжки Андрея Бродского. Просканируйте глазами, пока я переведу дух. Я раздумывал, каким образом дать сжатую информацию. Сейчас мы еще раз вернемся. Извините. Я, к сожалению, больше ничего не могу сказать по поводу этого самого симпатрического вида образования. Тема потрясающе интересная. Единственное, я хотел сказать, что в книжке, сейчас я его даже все-таки должен вам показать одну секунду. Вспомнил, что это же для студентов, поэтому это все очень важно. Значит, вот эта книга, да, Александра Маркова, да, Елены Неймарк, прям целая глава посвящена симпатрическому видообразованию, как раз, как мне хочется верить в случае полимитов. Очень рекомендую ее изучить. Хотя книга непростая для небиологов. Мне потребовался, не знаю, там, чуть ли не год, чтобы ее несколько раз изучить. Вернемся к островам крупным. Вот я думал, как дать сжатую информацию по большим островам по современному состоянию биоресурсов. Это Новая Гвинея, Большие Зонские и Мадагаскар. Большие зонские, напомню, это Борнео, Суматра, Ява и Сулавеси. Изначально я даже пытался собрать совершенно рыхлую информацию по сравнительной облесенности больших островов. Но потом бросил это дело, поскольку деградация лесов на них имеет сейчас совершенно чудовищные масштабы, и все имеющиеся данные уже безнадежно устарели. Так, на Суматре естественных лесов сейчас не остается и 20% от площади некогда полностью лесного острова. А вот Борнео, обратите внимание, на картинке старые данные с прогнозом на 2020 год. И вот обратите внимание, самой облесенной частью за счет охраняемых территорий остается горная часть Борнео. А ведь еще сохранилось поколение, которое выросло на книжках типа «В дебрях Борнео» Майнрида. В 2015 году пальмовые плантации занимали на Суматре около 60 тысяч километров, на Борнео 50 тысяч километров и всего 2 тысячи на Новой Гвинее. На Мадагаскаре леса сохранились фактически только на крайнем северо-востоке, в районе нацпарка Масуала.
Таким образом, в силу удаленности наиболее обнесенным из тропических островов, фактически лесным островом, пока еще продолжает оставаться Новая Гвинея. Удаленность лесных провинций, индонезийских провинций Новой Гвинеи от других частей страны, жутко перенаселенных, спасло эти леса. Однако в последние годы идет политика на миграцию из других перенаселенных островов Индонезии. Район активно осваивается, их там называют Яфи, выходцы с Явы, на самом деле больше всего проезжают Сулавеси. В том числе путем предоставления концессий в последних девственных лесах страны на вырубку лесов. К тому же, как я говорил, из-за ковидных ограничений, изоляции страны третьего мира усиливают эксплуатацию природных ресурсов, и все это происходит при попустительстве международного ресурсного и природоохранного лобби, поскольку сейчас довод выдвигается такое время тяжелое не до охраны природы. Ну, сейчас вообще мы все только климатом, да, заинтересованы. Вот, наконец, мы начинаем цитировать Татьяну Ковалеву и ее студента. Студенты, главное. Да. Вот замечательная карта, которую просто мне приходится показывать очень-очень-очень часто всяким образованным туристам, потому что никто не верит. Сопредельное государство Папуа-Новая Гвинея, сопредельное с Индонезией, антропогенная нагрузка здесь гораздо сильнее, как вы видите, чем на индонезийские провинции Папуа и Папуа-Барат. Барат-Западный, значит. Прекрасно это видно на схеме. Схема составлена на географическом факультете МГУ. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием эндемизм на тропических островах. Хотя общее количество видов на островах ниже, чем на континентах, высокий эндемизм на всех таксономических уровнях, обратите внимание, потрясающие цифры, означает, что их вклад в глобальное биоразнообразие просто огромен. Таня, Татьяна Захарова. Да. Делай, пожалуйста, потише там. А, хорошо, извини. Или выключи звук, пожалуйста. Все подключаются из своих деревенских домов, поэтому идет шум такой. Вот. Собиратели. Вот. Немножко подробнее про эндемиков. Эндемичные виды разделяют на неоэндемиков, недавно разошедшиеся виды, да, на этой схеме, это зеленое, почти не видно зеленых пятен. И палеоэндемиков, старые виды, которые, возможно, были широко распространены в прошлом, а теперь ограничены каким-то рефугиумом в определенных регионах. Красное, видите, красного очень много. Первым относятся, например, орангутаны Борнео и Суматры, разделившиеся сравнительно недавно. А ко вторым – сумчатые австралийского царства, отделившиеся от остальных сумчатых еще в мезозое. Я уж не говорю про однопроходных. Есть еще понятие смешанного эндемизма, когда наблюдается как нео, так и палеоэндемизм, а также суперэндемизм. Это крайний случай смешанного эндемизма. Так вот, в 2019 году были опубликованы очень интересные результаты исследований эндемизма на островах. Выяснилось, что во всем мире распространено явление совместного существования групп контрастного эндемизма, контрастного возраста, в частности, суперэндемизма. Что свидетельствует о том, что современное биоразнообразие островов часто формировалось процессами, происходящими в разные моменты времени. Особенно ярко это проявляется на острове Новая Каледония. Основная часть биоты Новой Каледонии появилась совсем недавно.
хотя здесь присутствуют очень древние клады, которые старше самого острова, что неудивительно, учитывая тот факт, что Новая Каледония является старейшим из океанических островов. Примером может быть настоящая икона для эволюционистов – новокаледонская Амбарелла трихопода, единственный вид рода и семейства, представьте себе, базального для всех цветков. Но не одними суперэндемиками славны тропические острова. Шельфовое расположение островов Сунды – причина близости их фауны. Последнее время существования Сунды совпадает с самой холодной фазой плейстоцена, называемой Last Glacial Maximum, в период от 24 до 17 тысяч лет назад. Видите? Так, Таня. Да-да, выключить? Выключи их всех. Ага, извини, сейчас. Вас дальше в максимум, да? Уровень океана был ниже на 130 метров. Этих 7 тысяч лет осушения шельфа вполне хватило для очередного перемешивания фауны. Следующих, после того, как стало чуть-чуть потеплее, уже там пошли первые потепления, Беринское, Лерёдское и так далее, для возникновения неоэндемиков в результате разделения Сунды на Малакский полуостров, Суматру, Борнео, Яву. Да? И вот как поделились виды причудливым совершенно образом среди островов Сунды. Что нам принесут теперь в ближайшие годы, что останется от островной биогеографии в результате стремительной деградации планеты, это нам покажет время. Но произойдет это, конечно, уже буквально в ближайшие годы. Мы застанем еще, к сожалению. Чтобы не заканчивать на такой печальной ноте, вот несколько портретов островных тропических эндемиков, сделанных в разные годы. Это Мадагаскар. Два ночных, очень редких носых примата, лебелемур мустелинус или ласканидные лемуры, и руконожка Ай-Ай, единственный вид в семействе Даубентониды. Сверху томатные лягушки, заснятые в сточной канаве городка Барон-Сетра. Все это в покрытом лесами северо-восточном Мадагаскаре, в районе легендарного пиратского залива Антон-Жиль. Сверху справа представители загадочного семейства Дидии, возможно, даже дальние родственники кактусов, но живущие на Мадагаскаре. Слева комодский варан, гигантская тварь, обитающая на комодском архипелаге на Малых Зонских. В центре эндемичная по району пальма Кокотринекс Александре в нацпарке Алехандро Гумбольда, северо-восток Кубы. Справа птичка кубинский тоди из ракшообразных, родственник наших зимородков и щурок. Всего есть 5 видов тоди, и каждый эндемик на каких-то Антильских островах. В центре два символа Галапагосских островов – слоновая черепаха и морская игуана. Слева, снизу самочка, огненно-грудные нектарницы – это эндемик Малых Зонских. Справа, снизу оранжево-ногая метеопода, застукали ее за пределами ареала. Фото сделано на севере Новой Гвинеи, а вид описан лишь в пределах Малых Зонских и юга Новой Гвинеи. К сожалению, такая необъятная тема, как биогеография тропических островов, не может быть изложена за выделенное время. Я с трудом удержался от рассказа про фауну больших островов. Хотелось уйти от формата передачи в мире животных. Ничего не сказал про специфику флор островов, принадлежащих к разным флористическим царствам. Поскольку про это можно прочесть в учебниках, да и все это, конечно, читается, наверное, на курсе биогеографии.
каждый из специфических биомов тропических островов тоже, конечно, заслуживает отдельного обсуждения. Сколько их, я не знаю. Не знаю, там, какие-то водорослевые луга. Да, конечно, это заслуживает отдельного семинара. Я не успел рассказать про народонаселение, специфику крупнейшего тропического острова Новой Гвинеи. Про Флорес, как островной рефугиум для мигрирующего пятикантропа и про умерших совсем недавно флорисийских хоббитов. Я намеренно не стал касаться вопросов сохранения малых народов и общин тропических островов. Слишком много существует спекуляций на эту тему, при том, что жизнь многих из этих народов продолжает оставаться ужасной, тех же самых куруваев, на фоне вялого общемирового расизма, совершенно человечеством неизжитого. Мы не успели поговорить о небесных островах, о биогеографии эволюции в тропических островах, озерах, рифтовой долины или там, Центральной Америки. Наконец, сейчас очень много работ посвящено практическим аспектам островной теории, в чем я, впрочем, совсем не специалист. Но каждая из этих тем, как вы понимаете, может быть предметом отдельного семинара. В заключение я хочу пожелать всем присутствующим не только как можно больше читать о природе тропиков, но и по возможности побывать там для проведения самостоятельных наблюдений и построения собственной картины мира. Спасибо. Спасибо вам большое, Дмитрий Александрович. Давайте спросим, есть ли у ребят вопросы, если, может быть, возникли. Не стесняйтесь спрашивать. У меня, в свою очередь, тоже возник вопрос по поводу карты острова Новая Гвинея и антропогенной нагрузки. Что входит? Чудесно, прекрасно. Здесь автор этой карты присутствует. Татьяна, тебе слово. Ну, не автор, в смысле, соавтор, да, научный руководитель. Это просто у меня был дипломник, который вот мы с ним сделали эту карту. Извиняюсь, Баранов, правильно? Что? Фамилия его я забыл, извини, пожалуйста. Барабанов, точно. Да, мальчик очень заинтересовался этой темой, рассказал очень много материалов, и вот на основании этих материалов доказал, что государственные границы имеют большое значение в отражении современных ландшафтов. В изучении нагрузки на ландшафты, на природные, на трансформацию ландшафтов. Иногда даже границы национальных парков показывают совершенно разное состояние природной среды внутри парка и за его пределами. И здесь действительно, я не могу показать, в северной части, где наиболее высокая степень заселенности в Папуа-Новой Гвинее, поскольку это самостоятельное государство, которое живет за счет своих ресурсов и вынуждено так использовать и трансформировать свою природу. А Папуа, провинция Папуа и Папуа-Барат, это задворки Индонезии, которые пока еще используются очень слабо, но тоже им угрожает серьезная угроза, извините за тавтологию, существуют реальные планы по сведению экваториальных лесов и замене их плантациями масличной пальмы. Так что сейчас это вот остатки, которые еще можно видеть, но скоро это будет уже недоступно. Я добавлю, что район Тиники, здесь он, видите, показан коричневым, это просто район экологической катастрофы. Это катастрофа. Это золоторудные рудники в горах, и даже были фотографии, я не знаю, ты делал или нет, как хвосты сливаются в океан, сток хвостов шире, чем та река, которая впадает в океан параллельно с этими хвостами. Хвосты – это, собственно, продукты, та вода, которой перемывают породу и обогащают золотые руды. То есть это очень ядовитые истоки, и там гибнет все.
И даже с самолета вот можно было сделать фотографии, ужасающие. Ну, саром, конечно, тоже человеческий муравейник, все. Ну, даже здесь видно прекрасно. А это нефтяные разработки. Да, поэтому так много народу живет. Да. Только по этой причине. Да, да, это нефтяные разработки. Спасибо, Татьяна. На этой карте как бы учитывается и сведение лесов, да, и добыча различных ископаемых, правильно? Осредненно показана нагрузка, измененность природных, то есть степень измененности природных ландшафтов. Вот то, что голубенькое, это еще какие mm-hmm. можно считать условно коренными. И чем выше степень розоватости и красноватости, тем выше измененность ландшафта. То есть там уже можно считать, что природная, естественная флора остается фрагментарно, эпизодично, и все это, в общем, изменено очень сильно. Угу. А еще, если можно, Дмитрий Александрович, можно сказать, да, что тропические острова, особенно небольшие по размеру, и те, которые используются в рекреационных целях, приобретают унифицированный характер. Абсолютно. То есть они засаждаются декоративными растениями одинаковыми. И местная флора просто остается либо в подавленном состоянии где-то на задворках, либо исчезает полностью. Если вы попадете на тропические острова небольшие, вот типа мальдивских там каких-нибудь, практически не познакомитесь с оригинальной естественной флорой. Да, да. Это могу, тоже большая проблема. Могу себе представить, да. Упаси Боже. То есть там сплошные эти самые, как называется, китайская роза, господи. Марва, что ли? Гибискусы, олеандры там какие-то, вот эти вот, ну вот, вот все красивенькое, вот все там насаждается. Красиво цветущее, да, и превращается это все в курортные такие вот, совершенно однообразные, а естественную, природную, тропическую, островную флору надо искать там, где нету курортов, там, где нету туристов. Да, кстати, на островах Ламу был необитаемый остров, заросший ну, с длинными этими иголками, папоротникообразными. Козуарины, козуарины. Козуарины, козуарины. Козуарины. Она же интродуцирована, она же австралийского царства. И уже Татьяна, я прошу извинения, нет. Значит, это сейчас, она, это не интродуцент. Это обычный совершенно житель сейчас по всем островам. Она распространяется, я не думаю, что это интродуцент. Но это давайте опять к вопросу лучше специалистов. Да, давайте исследуем. Это здесь не надо сейчас. Это эндемик австралийского царства. Это самый обычный житель, так сказать, ну, по крайней мере, в Индо-Пацифике точно. Вот. И это обычный прибрежный житель. Кстати говоря, вот помните, я говорил про то, какие деревья обнаружил Тройд спустя... значит, 14 лет на острове Крокотау стерилизованным взрывом. Вот одним из деревьев была казуарина, Татьяна. Никто специально туда ее не привозил. В 1800, соответственно, каком-то, 70 каком-то году. Спорить не буду. У казуарины настолько широкий экологический... Да. Ой, 1897, через 14 лет, ну да. Нет, ну казуарина может расти до высоты почти 2000 метров, и в то же время в пустынях и на засоленных побережьях у нее она очень здорово. Это обычный зверь там, обычный. Вот, я просто не знаю, что там касается восточного, Атлантики совсем не знаю, но вот Индо-Пацифика это обычное. Растет побережье. Ну, в Австралии это вообще самое обычное дерево, особенно в пустынях. Ну, да.
Ну, нет, я не думаю, что это надо относить к продуцентам. Я говорю, давайте вот этого не будем сейчас. Давайте не будем. Да. Согласна. Спасибо. Может быть, еще у ребят будут вопросы? Да, у меня есть вопрос. Можно? Во-первых, хочу поблагодарить за лекцию. Мне очень интересна эта тема, в принципе, вот тропических экосистем и экваториальных, в общем, сообществ. Большое вам спасибо, мне очень понравилось. Вот. А во-вторых, вопрос про скорость сокращения вот этих экосистем. То есть очень многие из тропических экосистем пишут, что они тем или иным способом, в общем, исчезают, что-то вырубается, что-то заселяется продуцентами. Вот. У меня вопрос, как по-вашему, какие системы, ну, какие вот из тропических островов наиболее подвержены этому, какие наименее? То есть наиболее, по-моему, я про Мадагаскар слышал, что там наибольший вот темп уничтожения как бы исходных экосистем первичных. И здесь какие-то другие данные. Уничтожать больше нечего. Да, в Мадагаскаре уничтожать фактически больше нечего. Я говорил, что там осталось только северо-восток. Вот. Естественная растительность, ну, конечно, страшно сокращенное биоразнообразие осталось на западе и на юге. Немного. Но... Дидерии вырубают под плантации сизаля. Под сизаль, ну да, правильно, потому что еще там выращивают. Небось, лук еще только. Да? Вот, значит, так вот, вопрос на самом деле не такой простой. Какие из островов? Дело в том, что острова бывают гигантские. Как там? Ну, первый, я имел в виду из крупных, да. Из крупных, вот. Уточнить. Вот это надо уточнить, конечно. Ну, из крупных, пожалуй, наверное, да, Мадагаскар. Мадагаскар. Но сейчас очень трудно, пока мы с вами тут беседуем, у нас нет информации, понимаете? За 2021 год уже просто там вырубят окончательно Суматру, останется там несколько нацпарков, там Гунун и Усерсон, Гудан несчастный, вот, и все. И там вокруг, в горных нацпарках еще, может, останется еще. Вот. Ну и на Барнео останутся горные территории, которые просто не осваивают под... Нацпарки там только потому, что они горные, это неудобно. Им повезло. Низинный лес, он, конечно, в первую очередь. В первую очередь низинный равнинный лес. Вот, гелея экваториальная, она в первую очередь сводится. Так что думаю, что вот надо расположить именно в такой последовательности, что Мадагаскар, потом Суматра, потом Борнео, нет, потом Сулавеси, извиняюсь, если уж из больших, потом Борнео. Вот надо так посмотреть. Деградация. А тогда еще можно в продолжение другой вопрос, а какие острова, опять же, из крупных наименее подвержены, то есть... Ну вот Новая Гвинея. А, Новая Гвинея. Последний оплот. Вот. То есть пока что, вот мы летим, скажем, с запада на восток на самолете, и вот летишь, и вот крылом просто необъятное море джунглей, без дорог, без чего, потому что папуасы, у них там дорог мало. Вот. А единственная дорога, скажем, с Джайпуры в Амену, ну и там очень высокий уровень коррупции, слава богу, поэтому значит, этот мост никак не построят, деньги воруют, но вот есть все-таки польза от коррупции. Вот, значит, подольше бы. Но, правда, понимаете, конечно же, все это подпольно отдается, или полуподпольно, отдается каким-то непонятным синдикатам на вырубку вся эта вот эта вот территория. Поэтому это страшно сейчас. То есть сейчас вот эта карта, она выглядит уже совсем иначе. Она уже устарела. Она уже устарела. Это какого года? 10 карта. Лет назад. 9 года. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопрос? Или Глеб? Спасибо. Так,
если больше нет вопросов наших слушателей, мы еще раз благодарим. Очень интересно, отличное заключение всех наших встреч научного общества, нашего научного клуба. Благодарим вас, Дмитрий Александрович, ваших коллег. И желаем всем всего доброго. До встречи в следующем году. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Прекрасный повод встретиться. Да. До свидания. Всего доброго. До свидания.